Здравствуйте, в эфире телеканала «Беларусь-2» информационная программа «Эстафета новостей». Об актуальных событиях региона за минувшую неделю расскажут корреспонденты телерадиокомпании «Гомель». Итак, главные темы выпуска. Гомельская область вместе со всей Беларусью отметила на минувшей неделе День знания. В Наровле после реконструкции открылась средняя школа номер 2. Делегация из китайской провинции Цзянсу посетила Гомель. Фотовыставка «Проекты в лицах» раскрыла гомельчанам многообразие проектов, реализованных при поддержке представительства Европейского Союза в Беларуси. Первого сентября на Гомельщине прошли торжественные линейки. Свои двери для школьников открыли 540 учреждений образования. За парты сели более 140 тысяч школьников, среди которых почти 18 тысяч первоклассники. Более 500 учащихся пришли в этот день в Наровлянскую среднюю школу номер 2. Два года она находилась на реконструкции, что позволило привести учреждение в соответствие с современными образовательными стандартами. На торжественной линейке в Наровле побывали наши корреспонденты. Чтобы привести вторую Наровлянскую среднюю школу в надлежащее состояние, понадобилось два года. Капитальный ремонт был жизненно необходим. После 40 лет интенсивной эксплуатации здание явно не соответствовало действующим нормативам. В ходе ремонта были укреплены стены, заменены окна, кровля, система отопления, водопровод, электрические сети. Педагоги, которые первыми пришли в восстановленную школу, поставили строителям десятку. И заверили, что сейчас учебный процесс будет организован на высшем уровне. Пока продолжался ремонт, с этим были определены проблемы. Трудности заключались в том, что два года образовательный процесс происходил в 5 учебных заведениях города на базе детских садов. Мы работали в 2 смены. Трудности вызывали как у учащихся, так и у педагогов и родителей. Во второй Наровлянской средней школе будут учиться 510 детей. В районном отделе образования уверяют, что качество обучения здесь будет не ниже, чем в Гомеле. Сегодня это вообще одна из главных задач отрасли – оказывать образовательные услуги на высоком уровне, независимо от места нахождения школы. Первоочередное внимание – техническому оснащению учебных заведений. Только от облисполкома в качестве подарка средняя школа номер 2 города Наровле получила 20 компьютеров. Учителя говорят, что техника практически сразу начнет использоваться в учебном процессе. В Наровлянском районе вообще большие планы по развитию отрасли. Базируется такая уверенность в том числе на перспективах экономического развития и реализации государственной программы комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья. Реконструкция школы, к слову, также проведена в рамках этой программы. Конечно, уникальная школа в уникальном сельском районе. Для нас очень важно, чтобы эти районы, Чернобыльские районы, добавлялось количество людей, и мы создавали для их условия. И сегодня приятно сказать, что в этом районе самая высокая рождаемость Гомельской области, да и в Республике Беларусь. Конечно, не только торжествами 1 сентябрьского дня на минувшей неделе жил юго-восточный регион нашей страны. Китайские корпорации будут искать партнеров на Гомельщине. Такое заявление прозвучало в ходе визита в регион делегации провинции Цзянсу. О перспективах сотрудничества наш следующий сюжет. О плюсах, которые ожидаются от сотрудничества с этой китайской провинцией, можно судить по таким цифрам. Годовой товарооборот Цзянсу превышает 500 миллиардов долларов, а численность населения почти в 50 раз больше, чем на Гомельщине. Свой интерес китайцы объясняют двумя основными причинами. Во-первых, Беларусь находится на так называемом «великом шелковом пути». Во-вторых, в современном Китае практически не осталось свободных территорий для строительства новых производств. У нас очень многие компании и производители заинтересованы в создании бизнеса в другой стране. В Гомеле мы в первый раз, но мы собираемся поработать с Белоруссией, в том числе с Гомельской областью, по широкому направлению. Руководство Гомельщины намерение о расширении сотрудничества приветствует и обещает приложить все усилия, чтобы запланированное было воплощено в жизнь. Сейчас в регионе реализуется два крупных проекта с участием китайского капитала. Строительство завода беленой целлюлозы в Светлогорске и бумажной фабрики в Добруше. Но это явно не соответствует возможностям сторон. В ходе визита делегация провинции Цзянсу посещает акционерное общество «Спартак» и знакомится с условиями, которые предоставлены резидентам свободной экономической зоны. Кроме того, потенциальные партнеры проявляют
проявляют заинтересованность в сотрудничестве в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Наш технопарк сегодня, можно сказать, что характеризуется вот такой, ну, отличительной особенностью его становится то, что очень активно добирает развитие сектор, сегмент IT-технологий. Знаю, что у наших китайских коллег, партнеров традиционно эти сферы вызывают интерес. Я думаю, что здесь могли бы мы сотрудничать в реализации совместных различных проектов. Ну и кроме этого, всегда интересно международное сотрудничество между технопарками как субъектами государственной инновационной инфраструктуры. Как ожидается, в конце октября-начале ноября китайскую провинцию Цзянсу посетит делегация Гомельской области. Одним из результатов этого визита может стать подписание соглашений о реализации на территории области новых совместных проектов. Свой профессиональный праздник в воскресенье отмечали работники нефтяной, топливной и газовой промышленности. Накануне этого дня на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе состоялось важное событие. Был произведен монтаж части установки производства высокооктановых компонентов бензина. Строительство вступило в завершающую стадию. Степень готовности объекта составляет более 90%. Почти 50-тонная конструкция поднимается на высоту 12 метров. Медленно и с ювелирной точностью ее устанавливают на место. Монтаж одной из самых крупных секций объекта, по сути, положил начало завершающему этапу строительства комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина. Особенность на любом монтаже есть. Одна из особенностей – это вот эта именно большая длина и вопросы с жесткостью конструкции, которые нужно будет учитывать монтажником при уже установке на ранее смонтированную секцию. Габариты секции действительно внушительные. Длина 19 метров, ширина 5,5, высота почти 5 метров. Собиралось оборудование в Италии. На завод поставлялось уже в готовом виде. Реализация этого инвестиционного проекта общей стоимостью более 300 миллионов долларов позволит самостоятельно производить сырье, необходимое для выпуска автобензинов европейского качества. На данный момент Мозырский НПЗ производит закупку метилтриэтбутилэфира для приготовления автомобильных бензинов. Справочная за 2014 год затраты на приобретение метилтриэтбутилового эфира за рубежом составили порядка 40 миллионов долларов. С вводом данного технологического объекта Мозырский НПЗ закроет потребность в дорогостоящем продукте, закупаемом за рубежом, за счет собственной выработки метилтриэтбутилового эфира. Все монтажные работы на комбинированной установке планируется завершить в декабре нынешнего года. Какое-то время займут пусконаладочные работы, после чего она будет запущена. Организация приема беженцев и вынужденных переселенцев в регионе получила высокую оценку от членов международной делегации, посетившей Гомель. Сотрудники зарубежных посольств ознакомились с положением беженцев в ходе двухдневного визита. Возглавлял делегацию представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь Жан-Ив Бушарди. Сегодня на территории Гомельской области находится свыше 27 тысяч граждан Украины, которые прибыли с начала вооруженного конфликта в Донбассе. Для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской областей была создана специальная комиссия. В ее компетенции решение вопросов о трудоустройстве, восстановлении документов, оказании медицинской помощи и ряда других. Более 1500 украинских семей получили жилье в сельской местности и работу в хозяйствах области. В детские сады и школы приняты 600 детей. На благотворительный счет поступили около 400 миллионов рублей пожертвований от организаций и граждан. Во время встречи в облисполкоме Жан-Ив Бушарди отметил большой вклад местных властей в решение проблем беженцев и переселенцев, проживающих на Гомельщине. А также выразил благодарность Комитету по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома, которому принадлежит ведущая роль в этой работе. Ни одна из областей вот такой работы не проводила, какую проводила Гомельщина. Очень затронуло отношение наших людей. Люди добровольно несли, оказывали помощь этим семьям и мебель, и продукты питания. И это как раз вот и сами граждане отмечают то, что белорусы очень серьезно и по-соседски, по-доброму отнеслись вот к этим проблемам, которые есть. В
В Гомеле открылась фотовыставка «Проекты в лицах». Ее герои – люди, о которых не рассказывают официальные пресс-релизы, но которые сумели внести значительный вклад в развитие своих регионов. В экспозиции 26 фотографий и, соответственно, 26 инициатив, которые реализованы при финансовой поддержке Европейского Союза. Идея разработки проектов по развитию территорий нашла широкую поддержку у жителей нашей страны. Тем более, что ограничений в тематике нет. Это и энергетика, и безопасность продуктов питания, и культура. Главное – это изменить к лучшему жизнь окружающих и свою. Это и мальчик-инвалид-колясочник, который благодаря проекту общается со своими друзьями, миксует музыку, готовит еду, угощает потом своих друзей и родителей. Например, есть героиня Софи, которая всю свою жизнь собирала истории о своем крае благодаря проекту она смогла издать книгу, которую теперь можно читать. Ежегодно на реализацию проектов и программ с Беларусью Евросоюз выделяет около 20 миллионов евро. Это сотрудничество продолжается уже более 20 лет. Фотовыставка «Проекты в лицах» – своеобразный творческий отчет о сделанном. Среди героев – люди, о которых редко вспоминают в официальных выступлениях, но которые на деле вносят реальный вклад в развитие белорусских территорий. Разумеется, рассказать обо всех в рамках одной выставки невозможно. За все время реализовано или еще реализуется около 100 проектов. Но главную цель достигнуть удалось. Очень большущая география по нашей Беларуси. Мы где-то в день наезжали по 900 километров. Иногда бывало так. Вот. Ну, чтобы вот на час провести с героем время и сфотографировать. Сложно было придумать концепцию каждого снимка, каждую историю. Вот. Потому что обязательно было условие, чтобы в кадре была привязка героя к своему проекту, который он представляет. Организаторы надеются, что выставка «Проекты в лицах» не только станет источником полезной информации, но и подтолкнет жителей региона к разработке собственных инициатив. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Александр Гамоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи.